Здравствуйте! В преддверии новогодних праздников мы вышли спросить у николаевцев о самом важном событии уходящего 2015 года. Скажите, пожалуйста, какое событие было для вас самым важным в 2015 году? Я сдала сессии на пятерке и получила повышенную стипендию. Это для меня самое-самое главное. Самое важное? Наверное, потому что я вышла замуж. Наверное, сейчасшняя сдатая сессия. То, что мы перешли в 8 класс, мы уже взрослые. Выбор. Нет. Наверное, это Минские соглашения. Сдавался ли? Для нас, да. Потому что судьба страны очень нас беспокоит. Мало выборы нового мэра. Все важное это для меня дети мои были, их успехи. Вы получили 2 комнаты. Вообще жизнь. Ой, поменял. Смотри, на палку поменял. Сессию сдали первую. Ты поступила вообще в университет? Ладно. Мы сессию закрыли, первый курс сдали. Сессию. День рождения ребенка. Сегодня. И что вы можете пожелать николаевцам в новом году? Наверное, во мирного неба. Да. Чтобы здоровья и счастье. Мира, добра, счастья. Снег, настроение новогоднее. Чтобы люди были более добрее. Ой, я желаю только мира в Украине. У меня муж находится с самого то, поэтому мне очень-очень хочется, чтобы в Украине был мир, и чтобы мы все были счастливы, встречались с мужьями эти новые годы, они вот так вот, как у нас получается. Чтобы все было хорошо в нашей стране. Это единственное, что мне хочется. Ну и, конечно, чтобы все были здоровы. Ну, наверное, счастье. Потому что счастья сейчас у нас мало. Такие времена трудные, поэтому хочется реально больше счастья и здоровья близких. Что еще можно сказать? А мне было веселье. Вот веселье побольше всего. Веселья не хватает. Ну, наверное, большой любви всем. И маленьким, и взрослым. Вот она всем нужна. Всего самого хорошего. Николаевцам я хочу пожелать благополучия и, конечно, здоровья, счастья, успехов. Ну и радость в жизни. Чтобы было только положительные эмоции в этом году. Мира. Ой, да. Особенно вот в нынешнее время это, конечно, мира над головой и, наверное, удачи, успехов, чтобы этот год не просто пролетел, а запомнился вам на всю жизнь и остался в воспоминаниях надолго. Новых чудес в этом году. И чтобы войны не было. Только разума. Счастья. Чтобы поскорее кончилась война и в Украине. Здоровья, успехов всем. Всего самого наилучшего. Восстановиться настроение. Ну, счастья, снега, очень много снега. Счастья, да. И еще мира, чтобы все было хорошо. Ответим на это увидеть. Чтобы все было мирно на нашей земле. Да, и чтобы все было хорошо. И чтобы решили. И чтобы мне купили новый компьютер. И чтобы не было никаких политических проблем. Да. Да. Но главное снег. Это печально. Да, и главное снег. Очень большая зарплата. А летом, чтобы было жарко. Мы хорошо отвечали, заметьте. Да, хорошо. Только о хорошем.